Всем привет, это третья часть 100 дней Minecraft Hardcore Zombie Apocalypse. Да, ребятки, вы набрали очень большой актив на прошлых двух частях, и мне реально захотелось побыстрее выложить третью. Но, к сожалению, монтажить их очень сложно, поэтому как бы вот так все получается. Но ничего страшного. Вот. Ну, как бы приятного просмотра. Мы начинаем. 63-й день. У меня была очень поломанная броня, поэтому мне надо было ее починить. Но, к сожалению, у меня было всего лишь 5 алмазов, которых мне хватает как бы, ну, мало на что. Вот, и поэтому я скрафтил наковальню и починил на все, что хватило. Ну, а далее я отправился за алмазами, потому что мне их не хватило. Первые алмазы были найдены на 64-й день, и я в основном как бы обращал внимание только на алмазы. На 68-й день я уже вернулся, и, ребятки, извините, что видео вот так вот подлагивает, я не знаю, что у меня было с FPS, видимо, зомби очень много в пещере заспаунилось и так далее, поэтому все видео будет примерно вот так вот. Ну а далее я хотел сделать себе чаровальню, но на чаровальню у меня не было обсидиана, поэтому я пошел за обсидианом. 71-й день, все добыто, я наконец-то дома, и прямо сейчас мы сделаем чаровальню. Вся броня и инструменты были, в принципе, нормально так зачарованы, и я был очень рад. Ну а дальше я решил полностью переделать свой дом, а точнее, прям в другой блок. На 73-й день было все готово. Конец 77-го дня, дом был готов. В 78-й день надо было истребить всех зомби, ну хотя бы даже опыт добыть. Чаровальный столик я решил улучшить. Под конец 82-го дня все было готово, я расставлял эти полочки, но мне надо было добыть кучу опыта. 86-й день опыта было добыто прям очень много. Так как у меня уже зачарованная броня, мне не зачаровать ее еще раз, поэтому мне надо как бы скрафтить другое, для этого надо алмазы. На 93-й день я уже вернулся домой с полными карманами... Короче, с полными алмазами... С полными карманами... Вы поняли. Ну, уже дальше я приступил к зачарованию своих предметов, ну, инструментов. Ну, брони, короче, да. Ну а дальше я пошел как бы на поиски структур, чтобы добыть все оружие и всякое такое, чтобы под конец 100-го дня, точнее уже на 100-й день быть супер богатым.
И уже на 99-й день я успел вернуться домой. Сотый день. И я прожил официально, ребята, 100 дней в зомби-апокалипсисе. Спасибо большое за просмотр этого ролика. Я очень надеюсь, что он вам понравится, как прошлые две части, потому что они набрали прям хорошо, так один 700, другой вроде 400 или 500, точно не помню. Ну, короче, дофига они набрали просмотров. Вот, я очень надеюсь, что эта часть тоже наберет много. Я как бы буду вас дальше радовать 100 днями. У меня уже готовятся другие 100 дней, поэтому вот. И у нас, кстати, уже почти на канале 1500 подписчиков. Вот. Ну а с вами был Крипер. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока. Пока, ребята.